Здравствуйте. Вырастить базилик на подоконнике довольно просто. Просто нужно взять семена базилика и посадить его в почву. Как видите, это проросло уже в течение недели. Вот так выросло. Здесь семена есть и фиолетового, и зеленого базилика. Прорастать он начинает очень быстро, где-то на третий день. Часть из этих саженцев будет пересажена в открытый грунт, а часть будет на подоконнике расти. И когда он вырастет, я сниму отдельное видео и покажу вам, за сколько времени он так вырос.